Привет, дорогие друзья, это Lionbull Академия, и мы продолжаем со стратегиями. И сегодня очередь стратегии номер 4. Стратегия номер 4. Она похожа на стратегию номер 3. Это про скользящую среднюю, только в этом случае у нас будет простая скользящая средняя. Разница этой стратегии от предыдущей в том, что эта стратегия более быстрая, поэтому мы будем получать больше сигналов, чем в стратегии номер 3. Эту стратегию мы будем делать на временном ограничении в 1 час. Мне нравится оперировать в 1 час. Это один из самых надежных путей дейтрейда. Если можно считать что-то надежным в трейдинге. Это у нас тенденционная стратегия, поэтому очень важно, чтобы была тенденция на рынке, когда мы используем эту стратегию. Или восходящие, или нисходящие тенденции. На боковом рынке или нейтральной тенденции будет очень тяжело ее использовать. И также ее можно использовать с любым инструментом, как Форекс, акционные рынки, товарные рынки и так далее. Итак, что нам понадобится для этой стратегии? Прежде всего, мы заходим в наш investing.com график, потому что график на eToro очень нехороший, и у меня больше нет интереса его использовать. Я на самом деле немного расстроен насчет eToro. Итак, давайте посмотрим, что нам понадобится для этой стратегии. Прежде всего, нам нужно 3 скользящие средние. Первая скользящая средняя будет периода номер 7, которая будет зеленым цветом. Вторая скользящая средняя периода 14, красным цветом. И третья скользящая средняя периода 21, голубым цветом. Давайте приблизим. Let's now zoom in. И посмотрим, как зайти на рынок. How to enter in the market. Итак, эта стратегия достаточно простая. Во-первых, зеленая линия должна пересечь поверх или под сначала красную линию, а затем голубую. Above or below, the red line first, and then blue line. Когда она пересекает эти две линии, тогда мы имеем точку входа. A enter point. Давайте я покажу вам один пример здесь на возможности покупки. Тут мы имеем явный тенденционный рынок, это восходящая тенденция. It's an uptrend market. И он идет после момента укрепления. Consolidation. Затем мы видим, что зеленая линия пересекает красную. Green line cross the red one here. И затем пересекает голубую. Давайте я приближу. Maybe we zoom a little bit more for better see. Вот тут. Here. Пересекает красную и затем голубую. Это наша точка входа. Итак, когда пересекается голубая линия, на следующей свече мы входим на рынок. Давайте поставим одну long позицию. Long position. Позицию на покупку. И она будет у нас вот тут. А стоп-лосс будет у нас в зоне поддержки. Там, где он сделал линию поддержки. Приблизительно в этом месте мы можем видеть явную зону поддержки. Мы можем игнорировать шумную часть свечей и концентрироваться только на часть, куда они прыгнули. И take profit будет, как обычно, в 2 раза больше, чем риск. Каждый раз у нас будет фиксированный риск. Как в этом примере, у нас установлен фиксированный риск в $750. $750. И take profit в $1500. $1500. Это то, что мы делаем. Мы рискуем одной частью, чтобы получить две части. Каждый раз, когда операция идет не туда, мы теряем одну часть, в этом случае $750. И когда все идет хорошо, мы получаем $1500. $1500. Итак, эта операция пошла хорошо. Давайте продолжим движение. Здесь пересекла вниз и пересекла ниже. Но все еще в этом моменте свеча не показывает явное движение на нисходящую тенденцию, потому что голубая линия все еще показывает здесь восходящую тенденцию, и красная линия на самом деле стоит прямо. Поэтому тут мы имеем явный боковой рынок. Но давайте скажем, мы возьмем эту операцию, так как мы хотим принять каждое движение рынка. Давайте откроем позицию short, продажи. And we'll be around this one. Тут пересечение, и это будет приблизительно вот на этой свече. Здесь мы заходим на рынок. Entering the market. Stop loss. Stop loss устанавливаем приблизительно в этой зоне, и take profit должен быть в 2 раза больше. And there is one.
Вы можете видеть, что он пошел не туда и закрыл нашу позицию. Затем мы ждем следующее. У нас есть еще одно пересечение вот как раз в этой зоне. Поэтому мы делаем второй вход на рынок в short-позицию, в продажу. Тут у нас пересечение, поэтому на этой свече мы заходим на рынок. И стоп-лосс опять, можно сказать, ставим на линии сопротивления. We can see a resistance level. Так как у нас тут 1, 2, 3 точки касания, и приблизительно здесь мы можем поставить линию сопротивления, и take profit, как всегда, ставим в два раза больше. И вы ясно можете видеть, что всего в одно-два движения, как мы только зашли на рынок, мы забрали спокойно нашу прибыль. Итак, давайте теперь посчитаем, сколько у нас было прибыли и сколько было потерь за этот месяц. Это октябрь у нас. Скажем, мы начали 4 октября. Итак, первая операция в прибыль $1500, вторая операция минус 750, третья плюс 1500, четвертая прибыль 1500. Пятая тоже в прибыль 1500. Тут мы пропустили еще один сигнал на операцию. И, казалось бы, эта операция могла бы пойти в убыток, но в конце концов нам рынок дал нужное движение. Сейчас я вам покажу, нарисую. Это у нас будет следующая short-позиция на продажу. Итак, это операция также в прибыль, следующая также в прибыль, еще две следующие в прибыль, еще одна в прибыль, прибыль, это возможная потеря, и последняя, это возможно будет в прибыль, но мы пока не знаем. И как вы можете видеть, за октябрь месяц мы получили 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Приблизительно 13 входов, из которых 9 где-то пошло в прибыль. Nine of them are a winner. Поэтому в итоге, даже если у вас есть потери, у вас всегда будет больше прибыли. Так как каждая прибыль у нас в два раза больше, чем потери, поэтому всего одна операция в прибыль покрывает две операции с потерями. Это то, чем славится риск вознаграждения 1:2. Вы даже можете ставить больший риск вознаграждения, но это то, что я рекомендую для этой стратегии. И всегда фиксированное количество денег на потерю и на вознаграждение. Например, на потерю я поставлю $1, а на вознаграждение $2. Каждый раз, вне зависимости от движения пипсов, потому что пипсы всегда меняются. Но если мы зафиксируем соотношение прибыли и вознаграждения в деньгах, это важно, не в пипсах, тогда мы сохраняем наш счет от больших просадок. Главное, чтобы у вас была хотя бы одна стратегия с позитивным соотношением вознаграждения, к примеру, 60% или даже 55% этого достаточно, и фиксированный риск вознаграждения 1:2. Это все, что вам нужно, чтобы быть успешным в трейдинге. Несомненно, нужно практиковаться. Выглядит не особо просто для нахождения входов. В ближайшем будущем я собираюсь сделать живые сессии с одной из стратегий, где я буду показывать в точности, где находится вход, в зависимости от того, какая из стратегий будет давать нам сигналы, потому что каждый раз дает разное время, а также я буду делать запись во время того, как даются сигналы, некоторые входы со стоп-лоссом и тейк-профитом, и визуальным примером, как они достигают того или иного, чтобы вы могли понимать, как действовать на живом рынке. Потому что, да, очень легко объяснить на видео, но когда перед тобой живой рынок без свечей на экране, в реальном времени, без следующих свечей, когда у вас просто пустой экран с правой стороны, это не всегда так уж и просто понять, что произойдет с рынком. И самый лучший путь, на мой взгляд, это показать вам на живом движении рынка, как реагировать в разных ситуациях. Итак, это было все. Если вам понравилось, пожалуйста, нажмите мне лайк, комментируйте, если есть вопросы, я буду очень рад ответить вам, если что-то непонятно. И помните, если вы хотите видеть больше видео со стратегиями, индикаторами, инвестициями, трейдингом, тогда просто подписывайтесь на этот канал. Увидимся!